Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Болезина. Здравствуйте. Власти отчитались о завершении строительства индустриального парка в Слободино. Сейчас готовится процедура сдачи объекта. По данным Минэкономразвития, в промпарке 9 потенциальных резидентов. В настоящее время ведутся переговоры с 5 из них. Компании «Евростройтехплюс», Кировской фармацевтической компании, «Веста», «Аварус» и «Стиплекс». Они могут занять более половины территории парка. Программа «Экономика». X5 Retail Group запустила в Кирово-Чепецке логистический центр. Он получил название «Вятка» и обслуживает магазины сети «Пятерочка» Кировской области, «Коми» и «Мариэл». Общая площадь помещений – 30 тысяч квадратных метров. Там есть помещение для хранения фруктов и овощей, мяса и рыбы, зона приема и отгрузки товаров. Распределительный центр работает круглосуточно. Трудятся там в основном жители Кирово-Чепецка. В общей сложности создано порядка 400 рабочих мест. Стоимость инвестпроекта – 1,5 миллиарда рублей. Это позволяет Чепецку, как моногороду, получить бюджетные средства на строительство и реконструкцию дорог, отмечают местные власти. Экономика на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. Правила работы для бизнеса продолжают меняться. В этом году многим пришлось установить онлайн-кассы. Банки начали блокировать счета компаний из-за проблем с налоговой. Появились другие изменения в законах. Разобраться с появившимися рисками и узнать, чего ждать в 2018 году, помогут семинары по защите бизнеса. Они пройдут 1 и 6 декабря, рассказывает руководитель компании «Бухгалтер Я» Татьяна Максимчук. Зачем руководителю идти на семинар с командой? Главным бухгалтером, финансовым директором. Вы понимаете, что еще год назад работалось легче, чем сегодня. Вы чувствуете, что давление со стороны контролирующих органов увеличилось. Вы хотите увеличить контроль над своими финансами. Вы хотите получать от бухгалтерии оперативную, достоверную и понятную информацию. Вам трудно найти точки взаимодействия с налоговыми органами? Приходите на наш семинар. Мы вам предоставим всю информацию. Подробности и форма для регистрации участников в группе «Бухгалтер Я» во ВКонтакте или по телефону 46-42-80. Экономика. В завершение о валютах. Доллар сегодня 58 рублей 41 копейка, евро 69,49. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.